Одинцовские госавтоинспекторы провели встречу с родителями, которые находятся с детьми на прогулке. Взрослым и детям рассказали о том, какие опасности могут подстерегать малышей. Дети неожиданно выбегают на дорогу из-за припаркованных автомашин, что часто приводит к ДТП. Родителям рекомендовали не оставлять своих чад во дворе без присмотра и напомнили о необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток.